Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Давай поедим маленько. Давай поедим. Будешь есть яйцо? Или кусаться будешь? Чё? Давай поедим, Олег. Не хулиганка. Кусаться-то зачем? Разбудили, не понравилось. Укусить надо. Да, Маркиза? Сегодня два яйца съела днем. Не голодная. Можно покабениваться уже. Можно зубки показать. Что он сытая. Сама кусаться. Сама все съела. Давай мяско поедим. Мяско тебе свеженько сварил. А ты что? Давно не ела я. Ну, печенкой не кормил тебя. Упала, уронила. На другой кусочек возьми.
Ну что прятать-то, скажи? Ну зачем прятать? Не предлагал, не хотела. Ну, две баночки, наверное, вот. Какая-то больше есть, нет? Это не хочет, естественно. Там упал кусочек, нет, его зарыть надо. Нет, чтобы съесть его. Чего будешь еще одну яйцо есть? А, хулиганка? А, хулиганка? Или не будешь? Ты наелась уже. Тебе два яйца сегодня. Ладно, все, на сегодня мяско поела, яйцо съела.